это же практически невозможно. Может, мы начнем какой-нибудь бизнес сюда людей? Привозить оттуда. Будем брать бак? Мы к этому очень долго готовились. Мой племянник специально остался присмотреть за ситуацией. Когда мы с этим закончим, мы будем контролировать практически весь рынок. Груз невозможно проследить. Я сам разработал этот метод. Шинель. Укурском не капот, бомбы, материал, мен, дрога, крейт. Мы привозим 200 подделок под солод в неделю. Ну что, попробуй. Шумир, че ты паришь?